Друзья, всем здравствуйте! Сбудется ли ваше желание до конца этого года 2022? Давайте смотреть, загадывайте ваше желание, которое вы хотите осуществить до конца этого года. Сбудется ли ваше желание? Так, девочки, если ваше желание материальное, да, его можно пощупать, потрогать, оно денежное, то здесь очень будет много моментов, препятствующих исполнению вашего желания. Это не значит, что это плохо, потому что будет какое-то соревнование, будет какой-то конкурс, будет какая-то борьба, и судьба вам говорит: дружочек, тебе нужно еще подтянуться, тебе нужно еще какие-то повысить знания, какую-то улучшить физическую форму и так далее, да, может быть, проявить свои лучшие качества. Для чего судьба это дает и делает? Для того, что когда человек мечтает, думает, иногда находится совсем в таком положении же, то только тогда срабатывает полный потенциал человека, и он может творить и открывать новое, да, достигать больших высот. Поэтому судьба так делает. Если бы у вас было все хорошо, зона комфорта, или бы вы достигли этого материального благополучия, вы бы не раскрыли свой потенциал, вы бы сидели, и вас бы все устраивало. Зачем двигаться, если все есть? Поэтому вам такой совет: если это материальное желание, постарайтесь еще подкачать себя и физически, и духовно, и умственно, да, вам нужно больше, знаете, таких практик духовности. Вы, наверное, человек очень такой тревожный, или вы не можете усидеть на месте. Вот вам рекомендуется в этом году, который, да, у нас сейчас 2022, вам рекомендуется прокачать свою умеренность, свое состояние гармонии, заняться какими-то практиками, которые повышают вашу гармоничность, да, обратиться к человеку рядом, который у вас есть, это мужчина, например, он очень спокойный, такой медитативный, может быть, у вашем обществе есть мужчина, который преподает какую-то йогу, либо делает массаж, может быть, какие-то практики, вот вам нужно обратиться к такому мужчине, поговорить с ним, он вам очень сильно поможет прокачать себя. И вот, что касается материального желания, к сожалению, оно не сбудется до конца этого года, только потому, что вы еще не готовы принять его. И вам нужно завершить какой-то этап, который уже завершается, он какой-то болезненный был, вам не нравился, он был неприятен, но он заставил вас стать сильнее и выше. Вы это прочувствуете до конца этого года, что вы стали другим человеком, вы приобрели новые качества, и это очень круто. Не надо зацикливаться на негативе. Вы приобрели тот опыт, те знания, которые останутся всегда с вами. Понимаете? Лучше медленно, но с опытом, с багажом, когда вы всегда, упав, встанете, потому что у вас есть опыт. Чем быстро ты не понял, опыта нету, все подфартило, и потом, когда ты упадешь, у тебя нет знаний. Поэтому обратите на это внимание, не переживайте. Те, кто загадал нематериальное желание, здесь есть шанс сбыться. Но, во-первых, здесь большая любовь идет, да, кто спрашивал про мужчину, девочки, однозначно у вас появится мужчина, это будет очень любовное, сильное приключение, очень страстные отношения, они просто вас захлестнут, возможно, вы встретитесь где-то на корпоративе, возможно, в каком-то месте, где очень будет шумно, очень энергично, и будет очень много людей, и этот мужчина может быть каким-то ведущим, каким-то руководителем, в общем, он будет активно говорить в микрофон или производить на вас впечатление, либо у него будет какая-то такая палка, я не знаю, ну, может быть, какое-то представление будет. В общем, мужчина очень сильный, он такой театральный, он интересный, он умеет, он хорошо говорить, он оратор, да, он умеет привлекать внимание, и с ним у вас завяжутся очень интересные любовные отношения, прекрасные отношения. Вы просто расцветете с ним, и все будет прекрасно. Ну, еще одну карту, совет для вас всех. Друзья, карта прекрасная, говорит о том, что вы все идете в верном направлении, и ваши желания, они обязательно осуществлятся, обязательно. Но нужно уметь найти этот шанс, нужно уметь быть терпеливыми, и нужно уметь не просто сидеть и ждать, а прокачивать все свои лучшие стороны. Друзья, благодарю за лайк, до новых встреч!